Всем привет из Алании, друзья. Среда сегодня, first class, да? Да, first class hotel, полно людей. На каждом балконе есть вещи. То есть 100% наверное, заполняемость отеля. Здесь пляжики, собрали пирс. Его не было в тот раз, когда здесь был собран пирс. Ну а на пляже что-то людей, вы знаете, как-то не очень. Итак, я буквально на пару минуток я хочу вам рассказать, какая сегодня погода. Итак, море сегодня минимально 24,5 абсолютно по всем районам. От 24,5 до 25, я сказал бы так, а может где-то даже чуть-чуть побольше. Солнечный, жаркий довольно день. Кончики поехали. Жаркий солнечный день, и температура воздуха, друзья, средняя была где-то в районе 35, конечно же, со знаком плюс, это на солнышке, ну и в тени. Ну, 29, можно сказать, было в тени. Сейчас вот солнце уже такая вот лайт-версия, но все люди местные ходят на море купаться вот как раз в это время. Сейчас 25 минут 6 где-то. И сейчас вот уже солнце, ну, относительно комфортное, на нем сложнее будет сгореть. Это надо постараться, чтобы сгореть после 5 вечера. Вот, и сейчас, в принципе, много людей там везде на пляжах. Не видно, нет приближения, не могу вам подсказать. Показать The Lumax Deluxe Resort, вот это вот территория отеля. А это, по-моему, отель Drita, если я не ошибаюсь. Он, наверное, работает тоже, потому что вижу, на некоторых балконах есть вещи, но не так густо заселен он. А может быть и не работает. Хотя нет, работает, работает. Тут вообще просто 100% заполняемость сейчас в отеле, в этом вот. Вот такая сегодня погодка у нас. Привет всем, кто любит Каргиджак. Ну, конечно же, всю Аланию тоже. Аланию невозможно не любить районами. Если ее любить, то в нее влюбляешься целиком, друзья. И как быстро здесь, ну хотя не быстро, учитывая то, что я в прошлом году здесь почти не был, вот этих зданий. Их только начинали строить, когда я был в конце 19-го года. А сейчас уже там он почти все уже построено, только осталось отделку сделать. Какой-то жилой комплекс там строится. Так, осталось несколько дней у нас до календарного лета, до июня месяца. Но фактически у нас лето уже наступило, конечно же, в Алании. Все, спасибо за ваши лайки. Привет всем. И еще раз напоминаю, что вот там вот Канак Премиум. И именно от того корпуса, который возле горы, у меня есть на канале обзор пентхауса. Поищите, посмотрите, кому это интересно. Все, пока всем.